Всем привет! Пришли еще две посылочки, заказанные аж в августе месяца этого года. Как я говорил в предыдущих видео, висят посылки на таможне. Не знаю, с чем это связано. Но посылочки потихонечку идут. Здесь должно быть два чехла. Кажется, но здесь точно чехол бампер, а здесь пока еще неизвестно, так как треки не совпадают вообще. Сделал на днях опять два отказа, то есть открыл два спора, потому что не успевают в сроки доставки, уже все сроки вышли. А посылок все нет. Так, ну, первую откроем. Да, это у нас бампер на LG G3. Типа такого же бампера я заказывал для Galaxy Note 3 Neo. В принципе, качество очень даже хорошее. Своих денег он стоит. Вот так вот сделано, как бы под кожу в золотом корпусе. Неплохое качество. В принципе, ссылочки, как всегда, будут под видео. И вот тут тоже, по идее, бампер, но на какой телефон не помню. Не помню, потому что заказывал и на Samsung, и на Fly. То есть люди просят, мы заказываем. Вот. Ага. Да, это у нас для N7505 Galaxy Note 3 Neo. А вот такой вот чехольчик в такой вот коробочке. Стоил он, если не ошибаюсь, что в районе 8 или 9 долларов. Ну, как бы, давайте посмотрим, что там внутри у нас. Да, вот такой вот чехол под кожу, тут вот лейбл KLD, не знаю, что обозначает. Ну, хочу сказать, что на ощупь он даже очень приятный, сделан хорошо. В принципе, неплохо. Да. Хороший бампер. Или чехол. Книжка. Самое главное, без запаха. То один раз заказывал, типа такого. Там запашок был. Недели две уветрился, так и не выветрился. В итоге пришлось вытянуть. Ну, вот такие вот. Сегодня у нас посылочки. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Ждем новых видео. Всем спасибо. Пока-пока.